Так, пристегнул металл к каркасу. Вот, осталось теперь его сейчас точечно сверху прихватить, убрать струбцины, поднять и внутри, изнутри обварить. Итак, друзья, что получается? Начал обваривать изнутри. Вот видно, да? Начал обваривать вот эти перемычки. Его начало крутить. Его начало прям крутить жестко. Это капец. Короче, выход один. Вырезаю все к ядрене фене и переделываю. В общем, вырезал все нафиг. У него кусок лежит. Абразива, вот это все черное, вот это абразив от дисков. Зачистил швы сварочные, вот эти все поубирал. Выровнял. Так как оно должно быть. Сейчас вариваю две перемычки. Тут струбцина либо сожму, либо разожму. В общем, так, чтобы вот по всей длине крыло было как в первоначальном виде. Ничего сложного. Ну, единственное, да, пришлось поработать болгаркой. Как говорится, впорол косячка, надо исправлять. Ну, все так делают, в принципе, если... Косяк есть, то они исправляют, я так думаю. Одно крыло готово, вот, которое было с перемычками. Сюда металл пришил, это еще этим не занимался. Зачищено, зашлифовано везде. Проваривал и снаружи, и внутри. Ну, сейчас подниму, трактор покажу. И перемычки отсюда вырезал. Вот так вот это все дело выглядит внутри, мужики. Тут, где была ошибочка со сверлом, со сверлением, да, заварил. Все, проварено изнутри. Перемычки вырезал. Все, капитально. Прикручено на 6 болтов. 4 снизу и 2 сверху. На нем танцевать, танцевать можно будет. Здесь... Вот так, металл здесь пятерка, плюс лист лег. Вот такие вот дела. Здесь торцы заварил на трубах. Вот сюда станет брызговичок. Как-то так. Все, сейчас занимаюсь другим крылом. Вот так вот схватил их с внутренней стороны. Потом я их вырежу. Где не доставал, они короткие чуть. Какие-то вот обрезочки. Прихватил, все. Вот эта сторона держится. Вот так вот пристегнул лист, пока он стоял ровно. Здесь его прихватил к, ну, к шине, да, которая крыло держит. А потом уже начал оборачивать его. Здесь по краю схватился. Здесь точечно в нескольких местах. Вот. Прилегает все плотненько, останется только шить. Ну, лишнее, понятное дело, уже по факту обрежу.
Ну вот, друзья, и второе крыло готово. Мощнейшее крыло. Вот. Осталось теперь поставить мост. Сейчас мы его поставим. Нацепить колеса и посмотреть, как говорится, внешний вид уже со стороны. Это было самое, наверное, сложное из всей конструкции. Сделать правильную геометрию, симметрично их в один уровень. Делалось это, конечно, не один день. Плюс переделки, сами видели. В общем, ну, не хотелось, как говорится, тяп-ляп и отплывай, да? Хотелось сделать так, как я бы себе сделал. В общем, проверил геометрию сейчас. Кое-где подровнял по правилу. Что здесь, что здесь. По вышине, соответственно, все эти моменты. По краям. Вот. Потому что, ну, мало ли что. Сейчас вот так вот. Здесь даже поставим вот так снизу. Вот. Ну, то есть, абсолютно симметричные крылья. И довольно-таки мощные. Сейчас я покажу. Мост поставим. Так, вот так вот это все дело теперь выглядит на колесах. Зазор выдержан 6 сантиметров, как и планировалось. Ну, там мерить не буду, можете поверить. Вот. Как-то так. С той стороны то же самое. Мощности крыльям, ну, трос послабленный. Мужики, не занимать. Вот я 83 килограмма. Ух ты. Что-то тут мешает мне. Сотку и 120 выдержу. Проверка на прочность. Надо подержаться, что ли. А то сейчас проверка на прочность будет со сломанной ногой. Да хоть на край, хоть куда. Вот.
Вот такие вот дела. Тут даже можно и... Да не, оно не зацепится, крыло, потому что колесо, ну, по крайней мере, это, оно немножечко выглядывает, и Жигулевское будет выглядывать. То есть, если куда-то вплотняк до стены или еще куда-то прозевает человек, то он упрется колесом, брезовичок только замнется, и все, до крыла не достанет. Как-то так. Так, ну на этом, пожалуй, мужики, все. Это такое самое-самое было мое нелюбимое. Повторюсь еще раз, на отшибись делать не хочу, а пришлось повозиться. Все, здесь уже проще. Здесь коротыши. Капот, кстати, капот. Пока буду делать ручник, помните, да, я говорил в том видосе, ручник будет у меня на где-то вот здесь. Один будет газ, один будет заслонка на карбюратор, и один, мужики, будет ручник, флажок. Вот пока я буду делать ручник, напишите в комментариях, особенно в Дзене есть такая возможность, да, в комментариях прикреплять файлы. Нарисуйте просто на листочке бумаги форму капота и отправьте в комментарии. Просто тут у меня мыслей просто куча, не могу определиться с формой капота. Либо его полностью прямоугольную сделать, либо сделать и закруглить, либо как у меня там срубить, да, на уровне там глаз, вот у меня скос идет, либо еще какой-то вариант капота. Вот, прикрепите файл этот и отправьте там, сфотайте, и все, никаких проблем. Хотя бы чтобы, как говорится, один раз увидеть, чем в комментариях там вот этот вот из слов картинку представлять. Очень удобно, очень удобно. Вот, все, по сути, ну, пол — это ерунда, вон она, решетка стоит уже по размеру, сюда ее прикрутить, здесь тоже лист вырезать, прикрутить, зашить, да, эту боковину, это, ну, и сейчас заморачиваться даже не буду с ней. Вот капот, поэтому двигатель пока не ставлю, потому что его сейчас еще буду раз 100 раз поднимать, опускать и делать ручничок. Все, мужики, всем пока, с вами был Санек. Пишем комментарий. Скоро увидимся.